Добрый день, дорогие друзья, и это видео будет для вас. Я вас всех поздравляю с 1 марта. Желаю всем здоровья, счастья, исполнения всех желаний и с началом весны. Но вот как видите, весна у нас в Барнауле не такая, которую мы представляем вообще в жизни. У нас довольно-таки холодно, бураны. Вот сегодня такой день. Такой день. Так что с началом весны всех, здоровья, счастья, исполнения всех желаний. Уверяю вас, если у вас в паспорте будет стоять прописка «Город Сочи», то там уже будет тепло. Но так как у меня стоит прописка «Город Барнаул», вот такая весна у нас в Барнауле, конечно, я хочу сказать, что это далеко от весны. Такое весной не назовешь. Но это календарная весна, ел такое. Поэтому, дорогие друзья, с праздником весны, с началом весны, здоровья, счастья, исполнения всех желаний, всего самого наилучшего